Кто сильнее? Сегодня вечером сильнейшие бойцы Улан-Удэ выйдут отстаивать честь своих школ в рамках турнира по боям без правил. Разрешены любые приемы, вот эти удары с рукопашного боя, практически все. Так, бои без правил — это как, ну, такое общее название, такое, ну, как это, как люди, уже интересующиеся вот такими боями, они уже как тоже все так на улице, там, где встречаются, все говорят, а, бои без правил. Конечно, здесь правила есть, там нельзя там бить в глаза, в горло, вот такие там, против сустава, там, в пах, вот такие удары, позвоночный столб, такие удары наносить, затылок, конечно. Это уже традиционный турнир, но сегодня в нем впервые примут участие едва ли не все школы спортивных единоборств в столице. А кто же оказался сильнее, узнаете завтра в эфире новостей АТВ и в нашей спортивной программе «Танец Орла».